Привет, добро пожаловать в Sims 4, новое дополнение «Загородная жизнь», и в честь него я решила начать новый летсплей. Мне на самом деле безумно нравится это дополнение, наконец-таки у меня оно появилось, и мне не терпится начать наше прохождение. Как видите, я создала главную героиню для него, и сегодня я вас познакомлю с ней. Зовут ее Мэрилин Ливерс, и она приехала к нам сюда, в загород, в наш новый городок под названием Хэндфорд-он-Бенгли из города Сан-Мишуна. Да, она была такой городской девушкой, хотя на самом деле все выходные она проводила здесь, в этом прекрасном доме у своего дяди, точнее брата ее мамы, как вы видите, вот он Саймон Скотт, и также его супруга Сара Скотт. Как вы видели, в детстве наша Мэрилин очень часто проводила время в этом домике, и поэтому после окончания старшей школы она решила приехать сюда, не поступая ни в какой университет, потому что ей очень уж нравилась загородная жизнь, и она хотела погрузиться в это полностью и, возможно, купить домик рядом, но сначала нужно привыкнуть к этому ко всему, поэтому ее дядя с тетей ей, конечно, помогут в этом. Саймон и владельцы объятия гнома, любимого паба жителей Винчвика, воплотили свою мечту в жизнь, во всяком случае Сарину. Саймон вырос в городе вместе со своей сестрой Лорен Ливерс, то есть матерью нашей Мэрилин, и до сих пор чувствуют себя неуютно, если встретят на улицу курицу, а курицы у них будут. Совсем скоро мы их с вами купим, но ради жены он готов на все. Смогут ли они добавить в свою семью нового члена и как это отразится на их будущем? В общем, параллельно с историей нашей Мэрилин мы будем немножко развивать историю Скоттов, потому что мне кажется, у них тоже прекрасная история, и мне кажется, в этом плане Мэрилин очень отличается от своего дяди, потому что на самом деле она как бы сама приехала сюда за город, так как планирует всю свою дальнейшую жизнь связать с этим самым загородом, знаете, жить в таком маленьком уютном домике вместе с курочками. В этом плане она, конечно, больше похожа на Сару. В городе, в Сан-Мишуно, у Мэрилин осталась мать, также отец Дирк Ливерс и также ее братик Никола Ливерс, который на самом деле немножко далек от этого всего загороднего, поэтому решил остаться со своими родителями. Также он учится в старшей школе, поэтому ему немножко не до этого. Ну, в общем, я предлагаю вам начать с рум-тура нашего домика. Он просто потрясающе выглядит, на самом деле. Давненько в Sims не было таких хороших построек. Посмотрите, как все это уютно выглядит. Посмотрите на эту кухоньку. Я уже представляю, как наша Мэрилин будет готовить всякие новые рецепты. И также у наших дяди и тети тут есть кабинет, и его займет наша Мэрилин. Потому что она в любом случае сюда временно приехала, и я думаю, что кабинет можно быстро освободить и быстро потом вернуть все на место. Вот он, второй этаж, тут тоже все в таких светлых тонах, все очень мило и уютно, это спальня наших Скоттов, и это детская, да, у них совсем скоро будет прибавление в семействе, хотя Сара еще не беременна, но я уверена, что совсем скоро наша Мэрилин станет двоюродной сестрой кому-то, но пока вы просто посмотрите на этот домик, мне кажется, он просто безумно уютный, тут есть такой задний дворик, и также здесь можно посадить всякие штучки, это новые грядки, они просто потрясающе выглядят. Знаете, первым делом я хочу купить сюда курочек, потому что, мне кажется, это самое интересное, что есть в этом доме пока. А потом мы, конечно, обустроим уголок для нашей Мэрилин. И посмотрите, сколько видов куриц у нас есть. Я предлагаю купить одну белую курицу, одного коричневого петуха. Петухи довольно-таки дорогие, я хочу сказать. Так, дальше я хочу две молодые курочки и два молодых петушка. Всего будет у нас 4 цыпленка. И я думаю, что одну черную курицу нам тоже стоит взять. И всего у нас будет 7 куриц из 8 возможных. Так, посмотрите, Мэрилин открывает рецепт дружелюбного лакомства. Открыть дневник. Также у нас обновился интерфейс дневника. Как вы видите, он выглядит гораздо лучше. Вот дружеское лакомство. В общем, я надеюсь, что у Мэрилин получится открыть очень много всего нового в этом дневнике, потому что это ей на самом деле понадобится для будущего.
Итак, давайте поскорее позовем сюда куриц. Как видите, мы можем так назначить кур, позвать кур. Давайте позвать кур. Мне очень интересно посмотреть, как это выглядит. Вы только посмотрите, как это мило и прикольно. Наши курочки вышли, наша Мерлин пришла и позвала их. И вот сколько их много. Посмотрите, утеночек у нас уже тут задремал. Так, давайте поговорим с черной курицей, узнаем, что происходит. Какое же все же уютное это дополнение и какое атмосферное, просто потрясающе. Так, я не понимаю, где наша курочка. Ага, вот она не решила выходить. Давайте попробуем ее как-то позвать отсюда. Хотя Мерлин вроде бы вполне себе нормально с ней разговаривает и там. Боже, ну давайте еще раз немножко поговорим, пообщаемся, пошутим про выеденное яичко. Как же это мило выглядит, у меня просто нет слов. Но наша Мерлин пока заскучала, видимо, ей не очень интересно общаться с курицами. У нас в любом случае есть много дел на сегодня. Итак, давайте уберем этот стол, и тут будет маленький такой уголочек для нашей Мерлин. Посмотрим, сколько новых вещей у нас появилось. Очень даже много, я хочу вам сказать, вы только посмотрите. Особенно мне нравится эта тахта, мне кажется, она очень уютно выглядит. Давайте ее купим, я думаю, она обязана быть в этом доме. Так, дальше тут есть прекрасное кресло, мне очень нравится кровать, но я думаю, для нашей Мерлин хватит односпальной кровати. Но, к сожалению, с загородной жизни не пришло ни одной односпальной кровати, но зато пришло очень много всего другого. Так, я думаю, что мы тут быстренько можем посмотреть. Вот тумбочку из этого дополнения мы можем ей купить. И вы только посмотрите на этого гномика, просто потрясающе, его мы тоже обязательно покупаем. Как видите, тут очень много всего нового и интересного, в основном декор. Так, посмотрите, из нового у нас появился вот такой вот огромный хлев, но, к сожалению, его мы сюда поставить не можем. У нас есть курятник вот такой маленький, но я думаю, что в будущем доме нашей Мерлин будет обязательно такой хлев. Ну ладно, ничего особо нового тут в целом больше нет, и я думаю, что мы просто можем сейчас купить кроватку. Так, ну мне очень нравится вот эта кровать, мне кажется, она сюда очень даже хорошо подходит, единственное, нужно поменять цвет, и как-то так будет жить наша Мерлин в ближайшие несколько дней или даже недель. Ну ладно, мне не терпится возвращаться в игровой режим. Так, ну с курами Мерлин уже поговорила. Я думаю, что нам пора идти исследовать остальной город, знакомиться с разными людьми. Как видите, тут уже ходят, я так понимаю, соседи. Вот Дерек Макмиллан, очень интересный, милый старичок. И в целом наш район сам по себе очень интересный. Тут есть очень много интересных локаций. Вот этот наш паб, которым владеет наш дядя и тетя, туда мы тоже как-нибудь отправимся, но я думаю, что не в этой серии. Также у нас тут есть просто потрясающая аллейка, мини-парк, где можно отдохнуть. А пока тут Агнес Толстопятка, владелец магазина для садоводов, туда мы тоже заглянем. Здесь вот и находится этот самый магазин для садоводов. И так, тут у нас продавщица Агата Толстопятка. Я так понимаю, что они сестры с Агнес. Так, ну мы сюда обязательно заглянем. Вы только посмотрите на этот колодец. Мне кажется, он просто потрясающе выглядит. Так, дальше у нас есть магазин для продуктов. Ким Голдблум хозяйка этого магазина, с ней мы тоже обязательно подружимся, познакомимся. И дальше тут есть просто потрясающая площадь небольшая. Я думаю, что это главная площадь, знаете ли, нашего района. И так, тут еще одна интересная симка. Лавина Чопра, мэр деревни. Вау, у нас есть мэр деревни. Я не знала, что такое вообще может быть. Давайте поскорее с ней познакомимся. Вы только посмотрите, кто тут бежит у нас просто так. Я так понимаю, что это собачка Фелисити. Очень милая собачка. Очень прикольная. Прикольно, что теперь у нас не только в Бриттлтон Бэй, но и в нашем новом городе будут просто так ходить животные, потому что их на самом деле не хватало в других городах. Блин, ну какая же все же уютная у нас тут деревня. И какие классные у нас тут персонажи. Так, прекрасно, Лавина. У тебя прекрасное настроение, я надеюсь, ты мне его тут поднимешь. Давайте с ней немножко пообщаемся. Мы можем пустить откровение. Ну, не знаю, я пока не хочу на самом деле. Так, посмотрите, вроде бы они очень даже мило тут общаются. Это просто прекрасно. У нас будут хорошие отношения с мэром деревни. А пока вы только посмотрите, что я нашла. Вот такую вот интересную локацию. Я так понимаю, что это просто декорация, но это колесо выглядит очень мило. Тут можно порыбачить, но я не думаю, что это самое лучшее хобби для нашей дорогой Мерлин. Я на самом деле думаю, что садоводство ей подойдет гораздо лучше, поэтому давайте пойдем и купим ингредиенты для садоводства. Также я думаю, что стоит познакомиться с Агатой Толстопяткой.
Вау, кого я только вижу. Я вообще не ожидала встретить Юдит Уорд у нас в деревне. Так, ну, посмотрим, что у нас тут есть. У нас есть авокадо, ананас, базилик, белковое лакомство из рыбы, болгарский перец, большую обруч для вышивки. Я думаю, что вышивка тоже отлично подходит для нашей Мерлин, поэтому давайте купим сейчас ананас, базилик, авокадо, чтобы посадить. Посмотрите, листочек, защитник цветов у нас он есть, мы его покупали. Также я думаю, что небольшой обруч для вышивки нам тоже понадобится, чтобы потренироваться на нем. На самом деле, я тоже очень любила, по крайней мере, раньше вышивать на таких обручах. Но знаете, после этого дополнения даже появилось вдохновение снова идти и вышивать. Так, тут есть разные лакомства для животных, но у нас их пока нет, поэтому они нам не понадобятся. Всякие семена, удобрения, цветы, варенье. Я думаю, варенье мы как-нибудь попробуем и сами сварить. Так, тут нас благодарят за совершение покупки. Это вам спасибо, Агнес. И вы только посмотрите, кого я вижу. Сесилия Канки. Я так понимаю, что она наша соседка. Плюс она молодая, поэтому я думаю, что наша Мерлин обязана с ней подружиться. Давайте приветствуем ее по-дружески. Насколько я помню, Сесилия тоже переехала сюда из города, и поэтому я думаю, что у нас с ней очень много общего, и мы круто подружимся. Ну, давайте с ней просто пока поболтаем, и потом пригласим ее домой. Я думаю, вечером мы можем пригласить ее в гости, когда мы что-нибудь приготовим новенькое, потому что я знаю, что есть новые рецепты, очень интересные. Мне кажется, они станут очень близкими подружками, поэтому давайте сделаем фото. Да, я хочу запечатлять самые важные моменты из жизни нашей Мерлин на фотографии, чтобы у нас получилась такая стена воспоминаний, поэтому обязательно встречу с нашей подругой, я надеюсь, что в будущем лучшей подругой, мы, конечно же, запечатлим, сфотографироваться с Сесилией. Так, к нам тут пока еще подошел Рахул Чопр, доставщик продуктов. И посмотрите, тут уже кто-то вышивает на этом обруче. Этим мы тоже будем заниматься, только чуть попозже вечером. А пока нас ждет очень насыщенный день. Итак, первое очень важное событие Мерлин – это знакомство с Сесилией. Я думаю, что к концу нашего прохождения у нашей Мерлин будет очень высокий уровень фотографирования. Ну а пока мы отправляемся в магазин продуктов, чтобы посмотреть, что тут есть нового и интересного, и также познакомимся с Ким. Ну как же уютно выглядит этот прилавок, и еще посмотрите на эту декорацию сзади, мне кажется, что это просто потрясающе, выглядит как будто это дом нашей Ким, она выходит, знаете, чисто торговаться всяким. Так, посмотрите, пока у нас тут есть белое мясо в обертке, бутылка молока, я думаю, купим сразу две штучки, выпечка, гвоздь винограда, давайте одну купим штучку, черешни тоже одну штучку купим. Так, гурами, интересная рыбка, картофель, дальше вроде ничего интересного, ничего нового, лосось есть, маленькая тыква, маленький арбуз, маленький баклажан. Давайте купим маленький баклажан, салат латук, тоже его купим. Так, молоко растительного происхождения, мука, давайте купим обогащенное молоко, оранжевое яйцо, очень интересно, как его вообще получить. Так, сахар, сморчок какой-то интересный, также у нас сыр, давайте тоже купим одну штуку. Мы просто приехали сюда тратить деньги наших дорогих дяди и тети. Так, фрукты, очень интересные, необычные, шоколадная ягода, давайте купим одну штуку, даже две и посадим. И также у нас тут есть обычные яйца. Ну, давайте тоже купим две штучки. Так, мы купили очень много всего, стоит всего лишь 269 миллионов, 263. И так, Мерлин делает запись в дневнике. Ким, какая же вы милая барышня, давайте познакомимся с ней, поприветствуем ее. Хотя я думаю, что она очень давно живет тут за городом, и наша Мерлин, я думаю, в детстве ее встречала пару раз, поэтому, возможно, наша Ким помнит еще маленькую Мерлин. Так, вы только посмотрите, Агнес сегодня дарит традиционный подарок персонажу по имени Сара, как достойному члену деревенского общества. Чтобы продолжить нашу традицию, наша Сара должна кому-то что-то подарить. Это очень интересно и необычно, раньше такого не было, но я думаю, что мы кому-нибудь подарим, может быть, Сесилию. Ну а пока, как вы видите, мы очень даже много тут пошопились, купили очень много всего интересного, и я думаю, мы можем возвращаться домой. Так, нашей Саре подарили бутылку молока, также малину, мы ее посадим, чернику, острый гриб и также одно яйцо.
Отлично, спасибо огромное тебе, Агнес. Посмотрите, почему-то у нашего Саймона с Агнес очень плохие отношения. Это очень грустно, но мы возвращаемся домой, как я уже сказала. Во-первых, я думаю, нам нужно положить все по местам. Например, сахар, муку положить в холодильник. Как видите, они могут там храниться. Также у нас там может храниться молоко. А все эти интересные ягоды, фрукты я предлагаю нашей Мерлин посадить вот сюда. Так, давайте посадим в эту грядку авокадо. Только посмотрите, Мерлин цветет так же бурно, как ее друзья растения, и ей нравится садоводство. Конечно, да. Я на самом деле очень рада, что все идет по плану. Неужели сюда можно посадить только одно авокадо? Видимо, будет такое большое дерево. О, вы только посмотрите, цыпленку это не нравится. Ну, прости, это место нужно чем-то занять. Так, я думаю, мы можем посадить сюда базилик, чернику, малину и, думаю, что черешню. Ну, вы только посмотрите на этого цыпленка. Я думаю, что их вот Симси очень даже сильно не хватало. Ой, он заснул. Это так мило, что они спят просто на месте. Все остальное я посажу прямо перед домом. Как вы видите, тут у нас есть довольно-таки много места. А пока нам все это нужно полить. И посмотрите, к нам пришла Сара. Я так понимаю, что она собирается тут нам помочь. Ну ладно, давайте все это остальное посадит Сара, а пока наша Мерлин пойдет готовиться к гостям, точнее, к Сесилии и к вечернему ужину. Давайте просто поговорим немножко с Сарой, потому что у нас не очень хорошие отношения. А они должны быть просто потрясающими, потому что Сара это просто наш проводник в эту загороднюю жизнь, и я думаю, что она нас всему тут научит. Так, наконец-то переходим просто к самому любимому моему, а именно готовке, потому что посмотрите, сколько тут есть новых рецептов. Когда Мерлин научится готовить лучше, с новыми уровнями будут открываться новые рецепты, и тут мы можем приготовить пудинг без лактозы, йоркширский, также обычный йоркширский пудинг, хлеб из теста на молоке без лактозы, ясно. Я думаю, что появилась новая черта по типу аллергии на лактозы. Также тут есть сыр, хлеб из теста на обычном молоке. Из доступного пока все, но также мы можем приготовить золотое яйцо с тостом. Это очень интересно. И также и сине-черное яйцо с тостом. Но в любом случае, я думаю, что мы приготовим самый обычный йоркширский пудинг. Он стоит 0 симолеонов, потому что у нас есть просто все продукты. И, конечно, приготовим мы для вечеринки. Вау! Так, Мерлин справляется готовить, а пока наша Сара поможет нам в саду и посадит все остальное. Как видите, тут очень много всего сажать, но Саре, я думаю, это очень даже нравится. А пока вы просто посмотрите на эту потрясающую кухню. Это одна из самых милых кухонек, которые я только видела. Уже не терпится построить какой-нибудь домик, используя предметы из этого нового дополнения. Вы только посмотрите на эту курочку. Просто вау. Я так понимаю, что туда мы могли бы положить яйца. Так, к сожалению, нет. Это просто декор. Мы продолжаем готовить. Мне не терпится посмотреть, как у нее получится. Я думаю, что очень даже вкусненько, учитывая, что у нас были все продукты, все ингредиенты. Итак, как вы видите, наша Мерлин очень даже быстро готовит. Поскорее не терпится посмотреть, как у нее вышло. Так, вот и наш пудинг. Он получился нормального качества, но я думаю, что для первого раза это очень даже хорошо. Как тут у нас пока дела у нашей Сары? Я думаю, что Мерлин пока может прийти и помочь полить все растения. А наш потрясающий йоркширский пудинг я пока положу вот сюда. Он нас пока тут подождет. Салат латук и баклажан маленький. К сожалению, Сара не смогла посадить, поэтому мы его пока убираем. Но пока мы можем посмотреть на эти маленькие грибочки. Пока, посмотрите, Саймон приготовил тут шашлык из курицы с соусом. Мы его уберем в холодильник, попозже покушаем. Потому что пока я хочу, чтобы вы все насладились нашим пудингом. Поэтому заходите все, пожалуйста, домой. И сейчас наша Мерлин пригласит нашу прекрасную Сесилию. Так, пригласить мы ее не можем, я так понимаю, потому что она уже где-то тут рядом. Давайте ее найдем. Вы только посмотрите, тут наш петух ходит где-то вообще в городе. Это очень странно, я не думала, что они могут уходить так далеко. Так, наша Мерлин уже звонит Сесилии, потому что я боюсь, что она не успеет. К сожалению, у нас не все идет по плану, но ничего страшного, потому что вечер мы в любом случае очень хорошо проведем вместе с нашей семьей. Это очень мило, и я думаю, что в любом случае Сесилии мы успеем поболтать завтра погулять. Поэтому не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии, где мы будем исследовать не только наш район, но и весь город. Еще и отправимся в гости к нашей Сесилии. И когда-нибудь мы купим отдельный дом для Мерлин, потому что как-никак это ее цель. И к этому она, в общем-то, и идет. В общем, планов на будущие серии у меня очень много. И даже сегодняшняя серия, мне кажется, получилась очень насыщенной.
Но, как я вижу, все уже в сборе, все уже очень голодные, поэтому давайте пригласим наш йоркширский пудинг за стол, чтобы все его попробовали и оценили. Надеюсь, что вам он понравится. Мне кажется, что выглядит он очень аппетитно. Вот так вот уютно все выглядит. Знаете, а может и хорошо, что Сесилия не смогла прийти, потому что Мерлин сама сможет пойти к своей подружке, посидеть вместе дружески, а это именно такой семейный ужин, очень уютный, очень милый. Сейчас мы можем пригласить на свой участок Сесилию, но нет, мы завтра с ней увидимся. И я думаю, что мы поможем друг другу изучить весь город. Так, пудинг мы пока отставим в сторонку, потому что Сесилия тоже совсем недавно приехала, как я уже и говорила. Я думаю, что всем пудинг очень понравился, у всех тут улыбки на лице. Значит, было вкусно, да? Ну, вроде бы да. Так, милая моя Мерлин, давай ты сейчас уберешь и помоешь всю посуду. А наши дяди с тетей уже идут спать, потому что время довольно-таки поздно. Умничка моя, молодец. И перед сном, я думаю, ты можешь немножко попробовать повышивать на обруче. Спать ты целым не особо хочешь, хотя ты уже переоделась в пижаму. Так, ну ладно, я думаю, что тебе стоит вышивать по простым схемам, а именно радуга. Просто посмотрите, как мило. На самом деле в Симсе появляется так много интересных хобби. Получен навык вышивания крестиком, но вышивание дело на самом деле довольно-таки долго, я хочу вам сказать. И вот, кстати, первая фотография, первое важное событие нашей Мерлин. Блин, ну как же классно выглядит это действие, и как же на самом деле подходит вышивание нашей Мэри. Ой, бедненькая моя, я надеюсь, что ты не поранила себя. Ты очень хочешь спать. Ладно, все, милая моя, можешь оставить это до завтра. Я думаю, вот так вот по чуть-чуть наша Мерлин будет осваивать этот навык. Но пока тебе нужно набираться сил на завтра, потому что у нас будет не менее интересный и насыщенный день. Поэтому обязательно не пропускайте следующую серию. Мерлин уже получается очень даже хорошо. Ну, в общем, она легла спать, и я желаю ей спокойной ночи, и я желаю вам всем хорошего дня, хорошего настроения, не забываем оценивать эту серию, и в целом пишите в комментариях, как вам это новое дополнение, лично мне оно безумно понравилось, но в любом случае я с вами прощаюсь, всем пока-пока!